В связи с ситуацией, которая сложилась в 41-й школе, были, конечно, проведены незамедлительные мероприятия. Первое – это заменена бригада работников пищеблока, работодателем которой является оператор питания. Кроме этого, образовательные организации в соответствии с регламентами были проведены все профилактические мероприятия. Конечно, прошла дезинфекция школы, конечно, проведены родительские собрания, на котором родителям, руководство школы и работники, медицинские работники объяснили данную ситуацию и, в общем-то, было принято решение, что дети пройдут дополнительное обследование.